Отравление угарным газом в Нижегородском районе. Двух маленьких детей пришлось госпитализировать. Угорели дети, отправили в больницу на скорой. Одному 2 года, а второму 7. Неправильно вот, была вот, оборудована кухня, вот. Потому что всем показывают, как хорошо, красивая вытяжка. Не о детях надо акценты ставить, а акценты на родителей ставить, которые должны думать, прежде чем что-то оборудовать. По результатам вчерашних проведенных в квартире работ, нарушений в квартире не выявлено. Все оборудование новое, сертифицировано, установлено правильно. И никаких приточных, притяжных, электронных, электрических вытяжек у нас нет, которые бы явились причиной этого. И у нас причиной является нарушение содержания общедомового имущества дома управляющей компании. Дому очень много лет. Состояние домохода, в принципе, в том же возрасте. Я думаю, что его мало обслуживать, его еще и содержать нужно. Этих работ не проводится. Кстати, представители газовых служб делают упор на том, что виноваты во всем произошедшем сами жители. В квартире установлена дверь сейфового типа, пластиковые окна, и, по мнению газовщиков, именно это и причина отсутствия нормальной вентиляции в квартире. Хозяева квартиры, как вы видели, считают иначе. Завтра будет проводиться более подробная экспертиза.